Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 24 октября 2019 года. И в нашем питомнике готовится к резервированию вот такие очаровательные бело-шоколадные короткошерстные щеночки Чихуахуа со светло-коричневыми щечками и бровками. Три девочки и два мальчика. Это девочка. Покажите нам спиночку. Вот так вот пятнышки расположены у нас по спиночке и у хвостичка. У мальчиков почти целиком белый корпус, только на голове и у хвостика пятнышки. Детишки родились 29 сентября 2019 года и к продаже будут готовы как раз под Новый год 2020. Сейчас открываем предварительное резервирование. Про стоимость и вес будем говорить чуть позже, так как на сегодняшний день деткам нету еще даже одного месяца, у них еще не вышли зубки. Детки еще сосут мамочку. После 29-го будем взвешивать, когда исполнится ребяткам месяц, считать зубки и называть уже цены. Все ребятки будут иметь метрики щенка, клейма РКФ, прививки по возрасту. Напоминаю, наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города не занимаемся. Самовывоз. Маму деток зовут Мари Мистик, Хелен Квин оф зе Найт. Папу Мари Мистик, Арман Трайл Престиж. Видео с родителями можно посмотреть в интернете, в плейлистах на нашем канале. А также чуть позже будем делать и с детишками видео, как только они подрастут. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Кто подписан, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!